К другим темам. Мэр Махачкалы пересел на маршрутку. Глава города Салман Дадаев лично проверил работу транспортной компании на маршруте Махачкала-Ленинкент. Такая проверка была обусловлена многочисленными жалобами от жителей поселка. Транспортная компания допускала множество нарушений при перевозке пассажиров. Среди главных проблем – нехватка автобусов на маршруте и их переполненность. Необходимо было по условиям конкурса на данном маршруте обеспечить 25 автобусов малой вместимости. Но во исполнение поручения главы, чтобы полноценно его отработать, мы с утра поставили специалистов, которые производили подсчет автомобилей, фиксировали их номерные знаки, для того, чтобы посчитать, какое же количество подвижного состава на самом деле обслуживает данный маршрут. И в отличие от нормативного требования 25 автомобилей, мы насчитали максимальное количество маршрутных такси не более 15 автомобилей на данном маршруте. И, конечно, в часы пиковой нагрузки добавление автомобиля не происходит, что вызывает перенаполнение автомобиля. Эта картина является недопустимой, и мы, конечно, примем соответствующие меры к компаниям-перевозчикам. Вплоть до того, что при необходимости мы поставим на эту линию дополнительного перевозчика с дополнительными транспортными средствами для того, чтобы не допускать перенаполнения и соответствующих неудобств для махачкалинцев.